Добро пожаловать на канал HardRSetInfo. Перед нами находится устройство Microsoft Surface Pro X. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». Далее выбираем раздел «Язык и ввод» и «Время», вернее. Далее выбираем «Язык и регион». И здесь в самой первой... В общем, в самом верху вы видите язык устройства. Нам нужно выбрать русский. Русского у нас здесь нет. А, вот есть. Ага, нажимаем на русский. И что нам нужно сделать? Переносим вверх. Что-то меняет. Это ничего не меняет. Окей, нажимаем добавить язык. Ищем здесь русский. Нажимаем. Окей, это тоже ничего не меняет. Ладно. Тогда делаем так. Закрываем. И что мы делаем? Мы нажимаем на этот русский, выбираем опции языковые и нажимаем скачать Language Pack. И вот это все мы тоже скачиваем. И спич тоже можно скачать. И клавиатуру сразу добавить. Ну ладно, пока не будем. Теперь мы возвращаемся обратно. Нажимаем вот сюда вот на язык системы и выбираем русский. Теперь нам надо перезагрузить устройство. И для полного счастья нам осталось только ввести пароль. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.